Йей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас гонки, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Это не просто карта гонки, это еще у нас с препятствиями, там есть прыжки, речка и все остальное. Если вы едете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем смертельную гонку. Ну ладно, не было отсчета, выиграет сильнейший. Какие-то эффекты пыли появились, или это на карте, или это Гаррис Мод обновили? Мы едем очень тихонько, потому что... О, сальто заднее сделал, я не умею. С машины кто-то вылетел. Это законно? Ребята, как всегда, у нас классное настроение. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики. Ролики выходят каждый день. Блин, почему я по крыше еду? Господи, у меня просто тупо перевороты в жизни. Это будет прыжок, пацаны. Готовьтесь. Кто это? Сорян. Ай-яй-яй-яй-яй. Я смогу, я смогу. Он прикольно так работает. Так, отличненько. Наваливаем. Тихо, тихо, тихо. А кто едет первый? Ты. Не я. Не! Какой-то челик на беленькой машинке маленькой. Я еле перепрыгнул. Он упал. Я первый, пацаны. Он не знал, что там прыжок, видимо. И ехал медленно. А я нажал шифтом, прогнал. Ой. Прикол. А кто там берет физганом себе машину и летит? Это бан. Да. Просто люди не умеют красиво проигрывать. Димас, ты что на первом месте едешь? Да, на броневике. Вот просто, представляешь? Я последний потому... дед. Да. Борьба. Я что-то не прыгнул. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Очень сложно, очень. Согласен. Наваливай, Димка. Эта трасса, я сразу сказал, очень сложная. Я вас жду здесь, пацаны. Так, я смотрю, как они съезжают. Первый летит в дерево. Я уже 5 раз вылетел. Еще один камень. Сальтухи крутит. За ним еще летит один челик и разбивается в говно. Ой. Блин. У меня это, машина застряла. Алло. Так, я могу видеосъемку вести сдалека. Так, летит, летит, летит. Вот это у меня зум. Ой. Нормально. Здорово. Кто у нас там еще? Все? Димас, тут твоя машина. Я еще еду. Один застрял, челик. Не может выехать. Ну что, берем опять тачки. Я хочу еще один заезд. Все-таки, может, с кем-то потягаюсь в этот раз. Извините, меня вылетело. Ничего страшного бывает. Так, мы берем машины с другого пака. Блин, ну они медленные, скорее всего, на них сольюсь. Так, давайте, знаете, что мы возьмем? Так, так, так. Надо машину брать, где shift прожимается, по-любому. Но это только отсюда. Хорошо, пацаны, дам вам еще один шанс, возьму ту же самую машину. А и вот это что? О, я на вот этой буду. Она слишком быстрая. Да? Да. Ну так давайте берите тоже ее. Верное, верное. Не знаю, посмотрим. Нет. Ну что, только на подсчет 3, а то вы сразу едете. Кто-то на Волге. Раз, два, три. Я не еду, не лечу вперед, потому что вы можете меня сразу замочить. Ого, на гелике дрифт набивает очки. Прощайте, пацаны. Так, потихонечку. Не-не-не, меня с щитов еще не сбивают. А, нет, может быть. А ты на какой машине едешь? На Волге. Нет, тьма! Прощай, сынок. Тут опыт, понимаете? Вы спешите, надо потихоньку повороты входить, притормаживать. Тут склоны большие как-то. Ну да, в этом и есть смысл гонки. Прощай, ты с трассы вылетишь. Нормально, пока потихоньку настеливаем. Преимущество колоссальное у меня. Машина. Эй, ты чё чудишь? Беспредельщик. Ты меня заставил давать на всю. Прощай.
Пойдет. Четенько едем. Тут много деревьев. Так какой много деревьев, нормально. Осторожный гонок. Я посмотрю, как вы будете перепрыгивать. Хочу с кем-то потягаться. Первый не долетел. Следующий. Я еду. Ты чё... Вы вообще едете там, не? Да, я еду. Так, я вижу еще один. О, долетел, погнали. Я долетел. Красава. А я упал. Эй, ты чё подрезаешь меня? Кто там на Порше лупашит? Прощай. Колеса высокие у меня. Встеливаем вовсю, чтоб он меня не догнал. Ай-яй-яй, в дерево. А, господи. На. Тоже в дерево въехал. Давай, испортись. Господи, ты первый. Ну да. Тут деревья на каждом пути. Я специально эту карту искал минут 30, наверное, чтобы было посложнее. Шаг за шагом. Я тоже за глаз. Раз, два, три. О, прикольно, тут такие раскраски у всех есть. Все советские такие. Вот это прикольно на них лететь, нифига себе у них скорость. Так, один ушел с трассы, прощай, сынок. Димас, куда первый? Прощай. Ой-ой. Нифига себе этот запарик наваливает. Чё такая скорость? Воу, я в камни влетел. Это подпись голимая. Я застрял. Привет, Димас. Отвали. Я еще смогу наверстать упущенное. Я верю в себя. У меня есть все шансы еще догнать. Это ж навряд ли. Да, тебе так кажется. Ага. Я первый, кстати, иду. Потому что ты меня подписал в камни въехать. Я? Не, не ты. Наглый, да. Так, догоняем. Кто-то на белом едет. Запорожце. Ой, слушай, ты рядом. Блин. Ой-ой-ой, кто-то сальтон сделал. Это реально жестко, как в реальной жизни. Сынок, отоедь. Батя едет. Я не хочу с ним сталкиваться особо. Сейчас будет прыжок. Тут надо навалить со всех паром. Есть. Вообще четко. Согласен. Пора тебя делать. Не-не-не. А ты на какой машине едешь? Я зеленый, самый первый еду. Уже на финиш. Машина заглохла. А у меня прям впереди заглохло, когда мы начали ехать. И я финишировал. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то со мной не так. Ой, там вообще какая-то... Бойня идет. Ого! Я за карту вылетел! Вообще четкая гонка. Мне очень понравилось. Я вообще за карту вылетел. Ну что, еще разок? Так, ребята, последняя гонка на грузовиках. Раз, два, три. Погнал. Машины могут взорваться, разломаться и заглохнуть. Могут, короче, урон наносится им. Ой-ой-ой. Все трое в меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как всегда, меня или перевернет, или накапнет. Говно. Не, ну эта гонка жестокая у нас в этот раз. А ё-моё, сальтухи кручу. Согласен. Этот грузовик какой-то конченый на прыжки вообще. Как мы там будем перепрыгивать вот тут яму, я не знаю. А как мы... Да, реально, а как мы будем перепрыгивать ту яму? Все претензии к скромнику, я тут ни при чем. Нормально, нормально, пойдет, так интереснее. Скромник еще разбудишь. Что за говно? Я свой. Так не подрезай, я все не трогаю, дай тихонько ехать.
Я тоже тихонько еду. Я тебя пропускаю даже. Спасибо. Спасибо большое. Говно, кто там сзади? Меня лупашит. Жопу. Прощайте. Ой-ой-ой, дерево. Так, яма. 100% не перепрыгну. Перепрыгнул, отвечаю, жду, посмотрю, как вы Говно, тоже перепрыгнул, надо было лететь. Две я его подождал. Давай, отвали, сынок. А я не перепрыгнул. Надо shift прожимать, это же машина с ускорением, типа. Да. Пацаны это знают, да, фишку, и жмут. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Ответственный момент. Кто первый приедет? Нет! Я колесами застрял. Нет. Ура! Я такой рад! Вообще чётенько! Просто, да, не повезло? Блин. Ты расстроился. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!